На фрезерном станке в шаре выфрезерованы три ступенчатых кубика, расположенные друг в друге по принципу матрешки. Наружный диаметр шара 40 мм, материал дюраль. Заранее размеченный шар выставляется с помощью центра. Вот этого центра выставляется шар. Вначале сфрезеровывается верх шара. Делается площадка. После того, как площадка выполнена, пальчиковой фрезой диаметром 4 мм делается квадратная выборка в глубину шара. Делается выборка. Продолжение изготовления выборки первой выборки первого квадрата. Первая выборка готова. Вот она. После того, как выполнена выборка первая, маленькой пальчиковой фрезой диаметром 3 мм будет выполнена канавка на дне вот этой вот квадратной выборки. В первой квадратной выборке первая канавка выполнена. Внутри первой выборки сейчас будет сделана вторая квадратная выборка для второго кубика. Выполнена вторая выборка. Затем 2-миллиметровой пальчиковой фрезой будет выполнена канавка на дне в этой квадратной выборке. Выполнение канавки пальчиковой фрезой диаметром 2 мм. Вторая квадратная выборка с канавкой на дне готова. Третья квадратная выборка будет сделана предварительно более толстой фрезой пальчиковой 3-миллиметровой. Третья квадратная выборка выполнена предварительно 3-миллиметровой пальчиковой фрезой. После окончания фрезеровки и очистки шар выглядит таким вот образом. У шара выполнены две стороны. Еще надо отфрезеровать четыре стороны. Шар обработан с пяти сторон. Осталось вот в последней стороне сделать выборки и канавки. Перед обработкой шестой стороны шарика полость залита парафином. Все, шарик выполнен окончательно. Парафин выплавлен, осталось теперь только зачистить и заполировать шарик.